Welcome, bienvenue, добрый день. Добро пожаловать! Здравствуйте! Я вас всех приветствую на нашем втором вебинаре, который касается новых идей по оцениванию студентов, новых методов. Сегодня мы проводим многоязычный стрим и ведем это также трансляцию на YouTube на английском языке. Прежде чем мы начнем, я немного напомню вам, как работает Zoom. Вы можете выбрать ваш язык, нажав на кнопку «Перевод», и вы можете выбрать английский, французский или русский. Кроме того, если вы слушаете нас на английском, предпочитаете английский, вам нужно выбрать английский язык. Презентация будет показана на английском, однако у нас есть на открытом нашем пространстве на OpenSpace.fo, вы можете найти как раз презентации на русском и французском. Пожалуйста, пишите в чат, у нас есть модераторы, мы будем следить за тем, что вы пишете. Ну и мы готовы начать, поэтому я представлюсь, меня зовут Жюлин фон Нуден. Я работаю специалистом в ИФО в плане политики новых систем, и сегодня я буду модератором нашего вебинара. Цель вебинара — рассмотреть, что такое формативное оценивание и с чем мы имеем дело, что формативное оценивание в себе несет и как мы можем практически реализовать это в разных странах. ИФО считает, что сегодняшняя пандемия является моментом пересмотреть вот наш подход к оцениванию и в целом посмотреть на роль оценивания. И в мае в прошлом году мы начинали уже разговор об оценивании и о формативном оценивании и говорили о том, что необходимо рассмотреть, прийти к неким результатам, к выводам в конце года. И вы можете посмотреть также результаты, к которым мы пришли, на сайте. Но сегодня мы поговорим больше о формативном оценивании, потому что мы понимаем, что такую оценку необходимо давать в течение обучения. И, на мой взгляд, это очень такая интересная тема. Я вижу очень много статей, различных блогов, которые как раз рассматривают эту тему. Возможно, в социальных сетях, которые я читаю, эта тема остается такой популярной, но я даже увидела статью исследователя Дэвида Меллена, и он опубликовал вот как раз такую статью и также посвятил ее вот оцениванию в ходе обучения, промежуточному оцениванию. И он говорит о том, что необходимо разделить оценки и оценивание. И вот это меня впечатлило. И вот такая цитата. Вы не рождаетесь умными, вы становитесь умными. И второй тезис. Преподаватели должны прекратить давать оценку. Оценку в плане какой-то цифры. И вот это мне понравилось. Мы сегодня об этом поговорим с вами. Итак, мы начнем. Я думаю, что мои слайды сейчас откроются, да. Итак, план на сегодня, на сегодняшний вебинар следующий. Мы с вами посмотрим презентацию Дженнета Луни, директора Европейского института образования и социальных политик. Мы поговорим как раз о формативном оценивании и поговорим о концепции, которая лежит за оцениванием. Что это такое? Кроме того, мы немного обсудим ваши вопросы. Сразу напоминаю вам, если у вас есть идеи, если у вас есть какие-то комментарии, пожалуйста, пишите в чат или на YouTube в комментарии к стримингу, и мы поднимем эти комментарии. После этого у нас есть примеры из Грузии, Албании, Испании и Туниса, и мы, конечно же, обсудим эти кейсы, зададим вопросы. И закончим мы вебинар обсуждением наших следующих шагов. Что ИФО может сделать для того, чтобы помочь оцениванию и, в общем, помочь в этом пути нашим учителям. Прежде чем мы перейдем к презентации, и я передам микрофон Дженнет, я бы хотела задать вам вопрос. Нам бы хотелось узнать, кто наша аудитория, поэтому, если вы сможете выйти на сайт Menti, www.menti.com.
Вы можете также сфотографировать QR-код, который вы видите здесь на слайде, и вас сразу направит на этот сайт, если вы смотрите нас, используете с телефоном, либо зайдите с компьютера на www.menti.com. Код 12986982, введите его, и вы присоединитесь к сессии. Итак, первый вопрос. Откуда вы? Откуда вы подключились к нам? Нам действительно интересно, из каких стран у нас аудитория. Я знаю, что в YouTube у нас тоже идет трансляция, и нас тоже смотрят, поэтому подождем также наших зрителей в YouTube, потому что там идет задержка 30 секунд. Албания в центре. Посмотрим другие страны. Босния и Герцеговина, Египет. Коллеги, кто читает кириллицу? Беларусь. Давайте еще пару секунд подождем. 26 человек у нас сейчас голосуют, а я вижу 90 участников в нашем чате, поэтому давайте пишите, где вы. То есть я вижу, также идет в чате идет перечисление стран, правильно? Очень много стран к нам подключилось. Здорово. Прекрасно. Я думаю, мы можем перейти на следующий вопрос. И этот вопрос следующий. Кто вы? Какова ваша роль? Что вы делаете? Выберите какую-то из опций, которые представлены в вопросе. Итак, кто у нас? Так, другое. Мне любопытно. В чат пишите, если вы кликнули на другое, пишите, пожалуйста, в чате, что имеется в виду под словом «другое». Итак, у нас есть из министерства люди, у нас есть преподаватели, инструкторы. Так, еще продолжается процесс сбора ответов. Так, ну, хорошо, я думаю, где-то 13% у нас инструктора, 17% преподаватель. Дальше я вижу консультант, журналист, заместитель директора. 30% у нас представителей из министерств. Мы сейчас скоро включим следующий вопрос. Давайте его покажем на экран, выведем. Здорово, что у нас собралось так много. Давайте перейдем на вопрос контента. И это, скажем так, такая разминка для нашей презентации. Дженет также начнет с разминки. Что вы думаете о формативном оценивании? Формативное оценивание наиболее эффективно, когда позволяет проследить усвоение дисциплины в течение обучения, затем это спонтанное что-то, затем это запланированное что-то, и это, еще раз подчеркнуть, ошибки студента. Или F – этот процесс позволяет помочь студентам и преследует, скажем, цели обучения. Ну, больше всего ответов
набирает как раз F, то есть мы сконцентрированы на целях обучения и на помощи студентам. А второе место как раз занимает отзыв, предоставить отзыв. Давайте перейдем к последнему вопросу, потому что нам уже нужно начинать презентацию. Отзыв является наиболее эффективным, когда мы пользуемся конкретными стандартными критериями, то есть это отзыв. Отзыв предоставляется учителем или тренером, инструктором. Си не предоставляет много деталей, сильно детализирован. Ди предоставляет конкретные предложения для улучшения знаний и навыков. И предоставляется в течение раз в месяц, например, на регулярной основе. Ну, видите результаты, ответ D правильный. И, Дженет, я думаю, что вот интересные ответы, и, Дженет, может быть, вы потом прокомментируете в своей презентации. Давайте поговорим о том, что такое формативное оценивание и почему оно так важно. Напоминаю всем участникам, перед тем, как я передам Дженет микрофон, вы можете задавать вопросы по ходу презентации. Я их читаю, и в конце мы посвятим какое-то время вопросам и ответам. Итак, Дженет Луни, директор Европейского института образования и социальных политик. Спасибо, Юлин. Доброе утро, дамы и господа. Очень рада быть на этом вебинаре. Мне было очень интересно посмотреть на ваши ответы. Я думаю, что, кажется, у вас есть базовое понимание того, что такое формативное оценивание. И это некий запланированный такой подход, некая стратегия. И, на мой взгляд, это очень важно, чтобы мы понимали, что это не всегда спонтанно. Иногда это может быть спонтанным процессом, но в большинстве случаев это запланированный процесс. Поэтому сейчас я расскажу о том, почему формативное оценивание, что это такое. Ну, прежде всего, что это такое? Формативное оценивание иногда упоминается как оценка для обучения, то есть как способ, чтобы отличить его от оценки обучения. Другими словами, формативное оценивание предназначено для того, чтобы помочь определить, что учащиеся не понимают и чего не понимают, и как, например, в следующих шагах это исправить. То есть это касается обучения. С другой стороны, итоговая оценка может быть неким тестом, некоторым экзаменом, заданием. Так вот, итоговая оценка, она описывается как оценка обучения, а не для обучения. Давайте следующий слайд. Формативное оценивание вовлекает всех в учебную среду, будь то класс, онлайн-курс или какое-то рабочее место. То есть это такой вот общий подход, достаточно традиционный. Учителя, инструкторы могут организовать мероприятия, которые помогут выявить степень понимания материала учащимися и предоставить информацию, предоставить отзыв, который может быть использован затем для адаптации следующих шагов в процессе обучения. То есть задания могут разрабатывать, например, обсуждения, включать викторины, тесты, все, что необходимо для того, чтобы вместе проработать с учащимся проблему. Учащиеся также активно принимают участие в оценке своей работы и в оценке работы своих сверстников. Это такой динамический процесс, в котором и учителя, и учащиеся работают в команде и адаптируют свои шаги обучения на основе информации, полученной в ходе оценивания. То есть мы концентрируемся всегда на дальнейшем развитии процесса обучения. Пожалуйста, следующий слайд. Важно отметить, что формативное оценивание — это подход, основанный на конкретных критериях. Другими словами, успеваемость студента оценивается по определенным критериям и стандартам, и каким-то предполагаемым результатам обучения.
то есть идеально, хорошо, необходимо проработать. И что важно, поскольку есть стандарт, есть некие критерии, подход должен гарантировать, что все знают, каковы ожидания. То есть нет необходимости угадывать, как интерпретируются результаты оценки. И это означает, что сами студенты понимают, что имеет в виду учитель, когда дает такую оценку. И, кроме того, цель состоит в том, чтобы всем учащимся был задан некий стандарт, чтобы не определять, например, самых ярких или самых неуспешных учеников, а именно адаптировать этот процесс обучения. И по мере того, как учащиеся продвигаются по предмету, по дисциплине, они могут совместно составлять какие-то цели обучения, критерии оценки, вместо того, чтобы полагаться на то, что уже было кем-то определено. Это такой более исследовательский подход. То есть сами учащиеся могут устанавливать свои цели. Следующий слайд. На этом слайде выделены различные элементы формативного оценивания. Они представлены как целостный и синергистический подход. И здесь каждый элемент поддерживает следующий элемент. То есть в центре вы видите среда обучения. В этой модели она в центре, поскольку этот элемент создает такой контекст общего взаимодействия в классной культуре, которая поддерживает высокий уровень доверия, учащиеся чувствуют себя в безопасности. Это очень важно для того, чтобы выявлять ошибки. И именно здесь происходит обучение. То есть если, например, учащиеся молчат, вы как бы понимаете, что они вряд ли научатся, если они не открыто не размышляют о своем обучении. Кроме того, вот это взаимодействие является очень важным. Интерактив позволяет каждому развить вот это ощущение доверия, и, соответственно, люди открыты к оценке. Второй элемент этой модели подчеркивает активное вовлечение учащихся. То есть вовлечение необходимо для того, чтобы они могли разработать свои собственные стратегии обучения. Мы должны их поощрять к размышлению. И со временем учащиеся должны развить вот это дисциплинарное мышление. Ну, например, математическое мышление, дизайн мышления. То есть и какие вопросы они должны задавать себе для того, чтобы оценить свое понимание вот этой дисциплины. Дальше, двигаясь по часовой стрелке, вы видите третий элемент. Это установление цели обучения и решение проблем. Как вы понимаете, это как раз основная задача, да, когда мы говорим о целях обучения, и зная цели обучения, студенты понимают, как их будут оценивать и что от них ждут. Мы дальше двигаемся по часовой стрелке. Четвертый элемент подчеркивает важность разнообразных возможностей для обучения и развития теоретических и практических навыков, чтобы не просто, например, учащиеся отвечали на какие-то тесты, интуитивно находили правильные ответы, а именно для того, чтобы вот этот прогресс и теоретический, и практический, он перекликался. И чтобы сам учитель мог видеть, как, скажем, эти навыки, они реализуются в реальности. Пятый элемент подчеркивает важность различных подходов и инструментов к оценке. Сюда входят тесты, различные диалоги, расширенные диалоги, например, в классе, какие-то наводящие или глубокие вопросы, которые помогают выявить источник, ну, скажем, неправильных представлений, где-то ошибочных. И обратная связь со сверстниками в классе, в рабочих условиях и обзоры проделанной работы. Ну, какие инструменты? Это могут быть рубрики, то есть мы включаем разные уровни успеваемости, разные критерии и обсуждаем их в классе. Также стоит отметить, что сегодня есть очень полезные инструменты цифрового обучения, и они расширяют возможности для вот этого формирующего оценивания. Например, с помощью платформы Web 2.0 мы можем работать совместно, использовать мультимедийные инструменты, различные
интернет-портфолио, различные социальные сети, на которых мы можем создавать такие онлайн-дискуссии. Еще один инструмент цифровой — это онлайн-игры или такие онлайн-викторины с обратной связью в режиме реального времени, когда студенты могут также вместе играть и обсуждать результат этой игры. В общем, это инструменты, которые остаются такими активными платформами, из которых мы можем наблюдать за студентами, за их прогрессом и за взаимодействием учащихся и, в общем, учителей. Также, как мы пользуемся menti.com, сайтом Ментиметром, мы можем это интегрировать, этот инструмент, в, например, в обсуждение с нашими студентами об этой теме. Ну и, наконец, мы подошли к элементу «обратная связь». Этот элемент является последним, потому что люди предполагают, что обратная связь является таким основным, единственным аспектом нашего оценивания. Но это, на самом деле, только одна его часть. И возвращаясь к первому элементу, вот, когда мы говорим о том, что обратная связь важна, и чтобы каждый в классе чувствовал себя в безопасности при обнаружении ошибок, не стеснялся этих ошибок. Да, этот элемент очень важен, однако важно же, чтобы студент прислушивался к обратной связи и реагировал корректно на нее. И вот этот элемент поэтому находится, так скажем, в последнем в этой модели. Отзывы учителей, отзывы коллег, они привязаны к критериям, они должны быть привязаны к некому стандарту, они должны быть сосредоточены на учебной задаче. Следующий слайд. Это последний, на самом деле, слайд. Благодарю вас за ваше внимание. У нас есть онлайн опубликована более длинная презентация, там чуть больше деталей, если вам интересно. Мы там ссылаемся на другие ресурсы, которые вы можете посмотреть. Большое вам спасибо. Дженнет, спасибо огромное. Спасибо за великолепное объяснение вот этих 6 элементов формативного оценивания. Я думаю, что у нас уже есть вопросы. Пока вы, Дженнет, с нами на связи, давайте воспользуемся этим временем. Вопрос от Айса. Формативное оценивание — это часть обучения, часть нашего процесса. Должно ли это стать планом преподавателя? Вопрос был на французском, но я вот попыталась так сходу перевести. Планирование очень важно, да, но планировать вы можете только, так скажем, часть информации, часть этой оценки. Все ведь зависит от той информации, которую вы получаете в режиме реального времени. То есть вы можете запланировать какие-то потенциальные моменты, на которые стоит обратить внимание. Но здесь необходимо учитывать, что есть такой непредвиденный элемент. Всегда в этой работе есть такой элемент, который возникает в процессе. План важен, и я думаю, что вот в этих вопросах, которые вы до этого опубликовали, это, конечно, не спонтанный процесс. Конечно же, это процесс, в котором сам учитель учится. И именно вот благодаря этому динамическому процессу мы идем дальше. То есть частично это запланированный процесс, но поскольку мы не можем запланировать, а предвидеть все, то мы должны помнить, что всегда следует оставлять такое окно для каких-то сюрпризов, для непредвиденных моментов. И есть серьезные вопросы, безусловно, которые вы включаете вот в ваш план, но основная масса будет, так скажем, в динамике. Дженнет, спасибо. Я надеюсь, мы ответили на вопрос, но, безусловно, подход, конечно, требует разных взглядов. Есть еще вопросы? Где я прочитаю ваши вопросы? Секунду. Арин, правильно я понимаю, я должна читать в чате. Можно поговорить о формативном оценивании, особенно учитывая текущую ситуацию с пандемией? Удаленное обучение и оценка — это очень сложный вопрос.
И я бы подчеркнула следующее. Различные цифровые инструменты позволяют по-разному оценить, и у них есть свои барьеры, свои ограничения. Но в том, что касается именно оценивания прогресса студента, у разных инструментов будет, безусловно, разный результат. Никто не говорит, что, например, тест с множественным выбором какого-то ответа поможет вам оценить знания конкретного студента. Или, например, дискуссия может быть заменена на, скажем, какие-то вопросы и ответы очень сухие. Это не так. И здесь требуется целый набор инструментов. То есть задача усложняется, и каждый из инструментов будет отвечать за какую-то часть информации, которую вы можете оценить, насколько усвоил студент. То есть один какой-то инструмент не подойдет. Нет такого универсального инструмента. И я, например, обратила внимание, вот в последние месяцы преподаватели много говорят о мотивации, да, что должна быть энергия, и что вот эта оценка, она как-то стимулирует студентов получить хорошую оценку и учиться. И я думаю, что это ошибочный подход. То есть вы должны объяснить цели обучения, и вы должны запланировать некий процесс контроля, процесс следования работы студента. Но будет неправильно все трансформировать это в какое-то соперничество. Дженнин, спасибо. Я думаю, что частично вы даже ответили на следующий вопрос. Вы говорите о том, что следует выбрать целый набор инструментов, каждый из них отвечает своей цели. И вот тут есть вопрос от Абдула. Он спрашивает, вы можете порекомендовать какие-то отдельные цифровые инструменты? Возможно, у вас есть в практике. Вы знаете, сейчас я вам точно название не скажу, их очень много, разных приложений, разных платформ. И у каждой платформы есть свои за и против. И я думаю, что, например, симуляторы ПО очень популярны сейчас. И есть очень модная виртуальная реальность, не у всех есть доступ к этим инструментам, безусловно. Ну, что может быть полезно? Обязательно, конечно, надо проводить диалоги с студентами в какой-то веб-платформе для того, чтобы увидеть их реакцию. У нас осталось время, наверное, только для последнего вопроса. Давайте его возьмем. Так, я вижу французский. Я сейчас постараюсь перевести его сама. Найла спрашивает о компетенциях, например, таких как предпринимательство. Вот как оценивать такие навыки, предпринимательские навыки? Формативное оценивание в данном случае работает или нет? Вы знаете, я бы сказала, что предпринимательские навыки, они больше связаны с творчеством. И, безусловно, когда мы делаем какой-то предпринимательский проект, там очень много креативности, и вы ее должны оценивать. То есть, глядя на определение креативности, вы наверняка сможете определить какие-то критерии, различные элементы, которые вы хотите измерить. И это за минуту, конечно, сложно объяснить, как я это вижу, но кто-то будет смотреть на, например, на привычки креативного мышления, то есть насколько креативно мыслит студент, насколько, какова степень креативности, заложенная в проект, насколько решается хорошо проблема, работает ли студент в команде, насколько эта команда хорошо генерирует идеи, как они решают проблемы и так далее, и насколько креативно это решение. То есть за одну минуту сложно ответить, но вот направление, скажем, подхода должно быть примерно такое. То есть креативное мышление, на мой взгляд, лежит в основе предпринимательских навыков. Вот на это надо смотреть. Ну, то есть вы фокусируетесь больше на процессе, а не на результате. Все верно. У нас остались еще вопросы, но у нас нет времени. У нас еще есть интересные кейсы. И что мы сделаем? Мы сейчас сохраним все вопросы и
Потом опубликуем ответы Дженнет на Open Space. Я думаю, что это хорошее решение. Вы потом сможете прочитать ответы Дженнет в формате такого интервью. Эта тема, конечно, нас всех беспокоит, всем очень интересна она, поэтому, Дженнет, мы еще к вам вернемся. А сейчас спасибо вам за ваше участие, и мы вернемся чуть позже с ответами. Большое спасибо. Сейчас мы перейдем к примерам. Я думаю, что мы все сейчас более-менее представляем, что такое формативное оценивание. И у нас сегодня 4 кейса, и мы будем их делить 2 на 2. 2 примера покажем, потом у нас будут вопросы и ответы, и затем снова 2 примера, 2 кейса, и потом зададим вопросы, и в конце, если у нас останется время, мы поднимем еще какие-то вопросы. Согласны? Итак, первый пример — Грузия. Мы поговорим о симуляторах, о том, как симуляторы поддерживают вот этот процесс оценки, как можно, используя симуляторы, оценить знания студентов. И сейчас мы проведем интервью с профессором Давидом. Он разработал несколько симуляторов, очень интересных, поэтому, Мария, давайте начнем интервью. Передаю микрофон Марии. There's no sound. We will. У нас почему-то не идет звук. Секунду, минутку терпения. Сейчас мы подключимся к Грузии. Грузия очень далеко от Италии. Технические проблемы всегда есть. Сегодня у нас в гостях профессор из Грузии, который разработал очень сильный симулятор. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, почему вы создали этот симулятор, как он выглядит? Есть два вида. Один вариант – это когда мы чисто виртуальные лаборатории, виртуальные мире, чтобы на переднем плане был сразу физика и математика не запутать. Значит, ее надо понять. Потом математику используют как инструмент. А не наоборот, чтобы формулы выводить и не понимать, что ты делаешь. Вот. А потом второй вариант, это не чисто виртуальный. Реально виртуальный лаборатории, с реальными объектами, делать эксперименты в реальном мире, но одновременно на происходит. Вот это очень важно. В первую очередь, это стимулятор для того, чтобы правильно понять и объяснить физические процессы, которые происходят. Для устройства и на переднем уровне света. Потом оценивать правильно действия студентов и так далее. Потому что это самое важное. Ты можешь объяснить и потом, какой критерий дается для того, чтобы понять, насколько студент разобрался, потому что тест не дает правильных результатов. Там надо выбрать, там, какой правильный ответ. Ну, мы интуитивно можем кликнуть так на правильный или просто так по выбору будет попасть. А в этом случае ты имеешь точное определение, действительно ли он разобрался в этом или нет. И, кроме того, здесь другие навыки возникают, потому что он может виртуально с разными приборами научиться сообщить электричество.
Потом эта лаборатория имеет другое продолжение. Она может связаться с реальным миром. И уже в реальном мире вы проводите эксперименты, но все имеют процессы. Я вам сейчас приведу, как эта лаборатория действует и как она пишет оценки. Есть два варианта. Один вариант, когда сама программа задает тебе какие-то вопросы, порциями задает эти вопросы, и на каждый вопрос ты не только отвечаешь, но ты еще должен разобраться вот это, скажем, в данной ситуации, в электрической системе, ты должен уметь работать с этими приборами, и она все это оценивает. Я сейчас начну прямо здесь, что с нами. Ну, надо понимать, что у нас большое сопротивление. Так, таким образом. Я сейчас измерил, написал правильный ответ. И тут она программа дала мне правильную оценку, вот здесь видите, и дала другое задание. Теперь я должен собрать текст, написать формулу, ну, в первую то, что от меня требуется, и уже должен. Вот я сейчас неправильно сделаю. Отправил предохранитель, а все в реальной ситуации. Разобраться, в чем дело, снова. И требуется от меня определить минимальное и максимальное сопротивление вот этого. Ток амперметром, значит, калькулятор. И все эти отсеки, я сейчас один правильный ответ сделаю. Ну, получил хорошую оценку и правильно стал. Вот программа мне зафиксировала одну ошибку, исправила результат и сказала, вот этот ответ, но не остановилась на этом месте. И дала новое задание. И так далее. Она полностью дала задание, и каждый отдельно оценивает. Сумма, в конце концов, я получу какое-то количество положений, какое количество. Самое главное, она не просто мне дает отрицательное, но она указывает на правильное. Значит, если я второй раз попытаюсь это сделать, я обязательно получу ручи. Это один вариант, когда программа сама оценивает и сама дает результат. Второй, когда эта программа записывает наши действия и передает это все учителю. Давид, расскажите, пожалуйста, а как преподаватель может понять, что обучающийся устраивает материал, как он может понять, где проблема? Есть ли у вас какое-то решение для этого? Конечно, обязательно. Я вам продемонстрирую. Учитель становится всему, то, что происходит, значит, во время. Дано мне фокусное расстояние, дано, какой предмет, высота предмета. И мне надо определить высоту изображения. По заданию я 5 сантиметров фокусной расстояние. Здесь как 8 сантиметров вот, до предмета. Длина предмета это 3 сантиметра. Вот. И я сейчас должен лучи световые по всем законам правильно воспроизвести. Вот этот проходит через фокус, а который проходит через оптический центр, он идет. И пересечение этих лучей есть изображение. Я потом уже мерю вот это изображение и пишу сюда ответ. Но что видит учитель? Я закончил. Вот сейчас уже я ничего, вот у меня руки свободны, и сама программа показывает каждое мое действие. И этим очень легко определить. Может быть, ученик допустил ошибку, значит, механическую, или он особенно креативный, что-то, какой-то новый путь нашел, или что-то такое. Понимаете, полностью можно понять, насколько он разбирается в этом вопросе. Давид, скажите, пожалуйста, эта симуляция, она фокусируется на более общих предметах.
Какие возможности вы видите для применения аналогичных симуляторов для профессиональных предметов и курсов профессионального технического образования? Не могли бы вы, может быть, то, что было сделано мною по заказу. Механик, электромонтёр, электрик, винодельный завод, холодильное оборудование, фруктов и овощей, производство видимой промышленности. Вот эти симуляторы, они связаны, и как вот помните, я вам рассказывал, связаны с виртуальной лабораторией. Один вариант — это виртуальный мир, ты делаешь, потом тебе программа оценивает, а потом ты уже с реальными объектами, которые связаны непосредственно уже с компьютером, ты видишь все свои действия и получаешь оценки. Какую реакцию будут обучающиеся на эти симуляторы? Ученики, которые таким образом обучаются, они побеждают конкурса. У них уже совершенно другие навыки. Они практически могут реализовать свое знание. Главное. Одно получить знание, потом зачем я обучился, если я не могу его использовать. Самое главное вот это. И эти программы как раз этому и помогают. Научить меня мыслить, научить меня действовать и свои теоретические знания реализовать в реальном мире. Вот самое главное. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Вам. Мария, over to Елен. Thank you. Thank you, Maria, and thank you, Professor Sungulashvili. Спасибо, Мария. Спасибо, профессор Сунгулашвили, за очень интересное интервью и за демонстрацию этого симулятора. Вот последняя картинка мне показалась из родильной промышленности. Мне так, по крайней мере, так показалось. Да, действительно, симулятор позволяет дать немедленную обратную связь и немедленно указать на ошибки учащихся. Да, у нас были определенные технические сложности со звуком, поэтому я хотела бы задать вам вопрос, профессор, и мы постараемся решить проблему, и надеюсь, что следующие видео будут с хорошим звуком. Был вопрос, кто разработал этот симулятор? Вы же его разработали. Можете прокомментировать подробнее. И еще один вопрос. Вы показали, что вот, когда студенты делают, учащиеся делают ошибки, они получают новые задания. И преподаватели видят, что они делают. Но если, например, учащийся не понимает, вот совершенно не понимает тему, продолжает снова и снова делать ошибки, как-то заново объясняется ему теория в симуляторе, или преподаватель здесь должен вмешаться. Но что получается, если у учащихся действительно проблемы? Юрин передает слово профессору Сунгулашвили. Добрый день. Я объясню, как там. Значит, перед тем, как вот эта программа, которую я демонстрировал, до этого другая программа работает, которая это, все это объясняет и приводит примеры. Там было всего 6 минут. За 6 минут я не смог уложиться, чтобы показать все. И поэтому там начало не было вырезано, и поэтому не смогли заметить, как там делается. Значит, сперва происходит демонстрация, объяснение всего. Он может потом вернуться назад и снова просмотреть за свои, и проследить за своими ошибками, потому что программа не только исправляет, но она и указывает, какая была допущена ошибка. Вот это самое главное вот здесь. Автор, я этих программ, вы задали вопрос, симулятор. Я... Можно вопрос? Да-да. Ольга, Республика Беларусь. Да-да. Профессиональное образование мы занимаемся. Мы также создавали свои симуляторы для определенных машин и также действий. Это электротехника тоже была очень похожая у нас. Скажите, пожалуйста, эти симуляторы вы пишете самостоятельно? То есть, да-да. Это как среда какая? Среда да. Какая? В какой среде вы пишете вот это? Там разное бывает. Там, ну, данный симулятор, который я демонстрировал, это ActionScript 3. Но есть продолжение всего. Самое главное, что эти симуляторы связаны с реальным миром. Они имеют два свойства. Один просто, значит, вы можете
производить опыты только в виртуальном мире, но потом есть специальное переключение, и эти симуляторы связываются уже с реальными объектами, и данные, которые они получают с реальных объектов. А, то есть вот, даже у них... Это есть универсальность этих симуляторов, что два... Я поняла, есть, да. Есть виртуальная, реально виртуальная лаборатория. Я согласна. Теперь вот это ваша фишка такая, что согласна, что сначала он проходит, симулятор идет виртуальный, вы тренируетесь, а потом его можно переподключить к реальному оборудованию. И уже да, на нем, да, вот он, выставив, прямо, да. выставив те указания, те критерии, вы можете собрать либо... I'm sorry, I think this is very interesting. Прошу прощения, okay. Я уверена, что это очень, очень интересная дискуссия, но я думаю, что дискуссия. У нас ограничено время, вы не но можете... Но времени у нас мало. Прошу прощения, времени у нас мало. Мы еще продолжим разговор. Давайте сначала, может быть, покажем... другие примеры, и потом вы сможете увидеть все эти видео, скачать их с нашего общего пространства. Давайте перейдем к следующему примеру. Он хорошо покажет, как пандемия сказалась на формативной оценке. И это швейцарская компания в Албании и Флория Бега, преподаватель экономики в технической экономической школе в Тиране, расскажет о том, как они оценивают прогресс студента, учащихся, и мотивируют их. Кроме того, с нами Ирия Мати, которая тоже поделится, это учащаяся, она поделится опытом использования этой системы. Пожалуйста, слово Марии. Большое спасибо. И первый вопрос Ирия, учащаяся из Албании. Вот. Ваша школа была закрыта во время пандемии, вы учились дистанционно. При помощи каких инструментов вы учились? Как преподаватели помогали вам оценивать прогресс? Ну, во время карантина наши преподаватели с нами постоянно, каждый день общались по WhatsApp или по Zoom. Мы работали в классах, больше всего в WhatsApp. Учащиеся, учителя оценивали наше понимание, задавали нам вопросы, обычные такие опросники онлайн. Иногда засекали время для домашней работы, иногда была групповая работа, иногда индивидуальная домашняя работа. Кроме того, наши преподаватели задавали нам прямые вопросы, для того, чтобы мы лучше могли усвоить материал. А зачем вы это все делали? Зачем вы начали пользоваться всеми этими инструментами? И какие инструменты для вас оказались самыми удобными? Во время пандемии школы перешли на полностью дистанционную работу, поэтому нам пришлось очень быстро перестроиться для того, чтобы образовательный процесс не нарушился. Кроме того, нужно было снять стресс и беспокойство с наших учащихся. Это важно было не только для преподавателей, но и для учащихся. И мы постарались таким образом найти какие-то интересные инновационные подходы для того, чтобы обучение не прервалось. Во время пандемии мы начали с того, что создали группы в WhatsApp и начали рассылать задания, презентации PowerPoint, задания, адаптированные для разных категорий учащихся, от начинающих до уже тех, которые хорошо разбираются в предмете. Это важно было для того, чтобы их образование не прискочилось. Когда вы говорили в WhatsApp и разные онлайн-опросы. А для вас какой инструмент и почему был самым полезным? Нам было важно, чтобы учащиеся образовательный процесс для них не останавливался.
и мы поэтому сфокусировались в первую очередь именно на обучении. Мы уже хорошо знаем наших учащихся, хорошо понимаем их уровень. И очень интересно было создать такую среду, в которой им было бы интересно работать. И надо было, чтобы учащиеся могли реагировать, давать ответы и лучше запоминали материал. Поэтому я попросила в первую очередь объяснять их какие-то понятия, отправлять мне сообщения, посылать мне информацию для того, чтобы именно все учащиеся были вовлечены. И, к сожалению, переводчики очень плохо слышат выступающие. И таким образом мы могли дать им возможность понять вот, в краткосрочной перспективе перейти на онлайн обучение. Они могли получать таким образом информацию очень быстро. И преподаватель очень хорошо понимал, усваивает учащийся программу или нет, и мог какие-то корректирующие меры предпринимать. Большое спасибо, Лори. И следующий вопрос для Ирея. А как вам понравилось так учиться? Что вы думаете о WhatsApp в образовании? И как все это вам помогло? Ну, не так просто было учиться онлайн. Ну, конечно, я вначале была немножко напугана этим, не знала, что из этого получится. Когда мы только начали, это было довольно утомительно и создавало дополнительный стресс. Но нам было очень полезно то, что не терялся контакт с преподавателями. Мы в любое время суток могли им написать. Они относились к нам с пониманием и старались объяснять нам все непонятные места. Даже в индивидуальном порядке иногда. И нам это было очень полезно. Как мне кажется, подобный подход к обучению как раз и позволил успешно усвоить всю информацию, которая нам нужна. Спасибо. И последний вопрос вам, Лори. Что вы и учащиеся делали вот с обратной связью по использованию всех этих инструментов? Как вы эту обратную связь используете для того, чтобы дорабатывать процесс? Ну, во время пандемии мы адаптировались к уровню класса. Я демонстрировала разные инструменты, и для меня было важно, чтобы учащиеся получали поддержку. И я была не только в течение каких-то часов учебного процесса вместе с ними, я всегда была на связи. И для меня это, конечно, и дополнительная ответственность. И я постоянно была на связи со своими учащимися, гораздо больше, чем в обычные периоды. Потому что во время локдауна мы постоянно были на связи. И не так, как обычно, поскольку во время
пандемии я видела, что учащиеся заинтересованы, и у нас получилось обеспечить непрерывность образовательного процесса. Прекрасно. Большое спасибо. Спасибо, Лоре. Спасибо, Ире. Успехов в учебе. Большое спасибо, Лоре. Желаю удачи с вашими инновационными инструментами. Пожалуйста, Юлин, слово вам. Спасибо. Спасибо, Мария. Спасибо, Флоре. Спасибо, Ире, за то, что вы поделились опытом работы в эти сложные времена. Я думаю, что очень многие из тех, кто присутствует здесь, что-то подобное пережили. И как никогда во время карантина было важно не терять связь с учащимися, создавать какие-то стимулы, создавать какое-то образовательное пространство. Вот создание образовательного пространства — это очень важно для формативающей оценки. Вы также говорили о креативном подходе. Вы сами продемонстрировали креативный подход, выработав различные подходы к мониторингу прогресса учащихся, к их мотивации. Давайте сейчас мы перейдем к следующему кейсу, а потом уже ответим на вопрос. Я уже вижу, что есть несколько вопросов. Ну, давайте еще одну презентацию посмотрим, а потом ответим на вопрос. Итак, третий пример. Испания. Это проект в рамках Erasmus+, ПО 4.0. Серхи Вантерас с нами. Он занимается профессионально-техническим обучением, IT, и получил в Испании награду преподаватель года. И он расскажет нам о формативном оценивании в его проекте. Пожалуйста, Серхио, расскажите о вашем опыте. Серхио, пожалуйста. Доброе утро. Прежде всего, большое спасибо, Юлин. Большое спасибо всем за этот интересный вебинар. Для нас это новая возможность рассказать о проектах, создает новые возможности. Сейчас я покажу вам презентацию на экране. Я расскажу вам о нашем проекте в области ирригации ПО 4.0. Вот то, о чем я буду говорить в своей презентации. Проект, кто мы, что у нас за школа, наш проект, как мы работаем, сотрудничаем друг с другом и студентами. Также поговорю о нашей методике преподавания и обучения, а также о подходе к оцениванию. Также наши учащиеся тоже поделятся впечатлениями. И в конце расскажу, что нам дал этот проект, поскольку сейчас мы используем активно извлеченные уроки из этого проекта. Итак, этот проект по ирригации реализован в рамках Erasmus+. И при поддержке различных партнеров из Европейского Союза. Кто мы такие? Мы называемся IES-компанией, школа в Испании, обучение на двух языках, различные специализации, телекоммуникации, IT. Мы расположены в очень большом технологическом кластере, парке в Андалузии. Это 600 IT-компаний недалеко от нас находятся в этом же кластере. Мы с ними активно сотрудничаем. Нам повезло, можно сказать, поскольку практически все наши преподаватели таким образом могут потом продолжить обучение. Этот проект был очень интересен, очень много
можно было получить новой информации, очень многому научиться вместе с нашими учащимися. Мы могли вместе с благодаря использованию новых технологий вовлечь учащихся. Учащихся могли таким образом постоянно проводить мониторинг растений, температуры, ирригации. И учащиеся смогли получить много новых важных навыков для вот индустрии 4.0, интернет вещей, облачные вычисления. Использовались 3D-принтеры, камеры для того, чтобы в реальном времени видеть растения. Кроме того, поскольку этот проект реализовался не в самой школе, активно использовались системы для обеспечения безопасности коммуникации. Это учащиеся готовятся в сад, а другие оценивают. С чем мы работали? Мы использовали разные варианты: GitHub, Google Drive, GitKraken, Visual Studio Code и Trello. Все это было связано с нашими основными каналами коммуникации. Это Slack. И в Slack мы использовали боты для того, чтобы уведомлять о любых изменениях. Например, по загрузке кода. То есть мы сразу увидели, чем занимаются студенты в наших проектах. И постоянно преподаватели могут контролировать, на каком этапе находится проект. Ну, мы ничего нового здесь не придумали. Подобные инструменты используются в большинстве IT-компаний. Мы используем то, что используется в реальном времени, в реальной жизни. И учащимся эта работа оказалась очень полезной, поскольку это те инструменты, которыми они будут пользоваться в любом случае в жизни. В рамках этого проекта мы обращали внимание на коммуникации между учащимися и преподавателями. Мы поощряли, чтобы учащиеся брали на себя инициативу, добавляли какие-то новые особенности, фичи в этот проект. Очень важно было, чтобы они умели учиться самостоятельно. И, конечно, очень важно было, чтобы они создавали новые решения для проектов сами, находили какие-то новые подходы. Как мы проводили оценку этого прохода? Например, когда учащиеся занимались разработкой, они загружали код на GitHub, и всегда можно было увидеть, сколько строк кода, кто загрузил, что это за код. Для нас это было очень полезно в оценке. У нас были результаты тестирования, результаты развертки проекта, файлы ARK, по которым мы видели, кто какую часть развернул системы. Создание документации — очень важный этап, и в конце проекта учащиеся представляли презентации, рассказывали о проекте. Это важно для их коммуникативных навыков. Я включу учащуюся, чтобы она рассказала. Этот проект по ирригации растений позволил и мне, и другим учащимся в моем классе усвоить все новые технологии в их комбинациях. Мы научились разрабатывать для веба и получать данные от сенсоров, которые были соединены с платформой Arduino. Все эти данные загружались в облако, и мы создали мобильное приложение, чтобы взаимодействовать с этими данными. Этот проект помог нам
научиться пользоваться теми же инструментами, которые уже используются в IT-компаниях. Нам это было полезно. Это последний слайд. Этот проект позволил нам получить много интересных знаний и навыков. Мы реализовали 2 проекта в области компьютерных игр при помощи тех же инструментов для взаимодействия. И мы также поощряем девушек к изучению технических предметов и помогаем выбрать направление учащимся, продемонстрировать, что такое, что какие технические навыки нужны для реальных проектов. Большое спасибо. Спасибо за возможность выступить здесь и рассказать об этом проекте. Спасибо за внимание. А сейчас слово Юлин. Спасибо, большое спасибо Серхио за этот интересный рассказ. Он также показывает, что формативное оценивание — важнейшая часть обучения. Благодаря ему вы можете оценивать проекты и поощряете какие-то новые решения для учащихся. Вы сказали, что это очень важно оценивать код, и когда студенты его загружают, вы немедленно можете давать им обратную связь, что работает, что не работает. А сейчас я хочу задать 2 вопроса, поскольку нам еще нужно время на 3-й пример. Флориан, пожалуйста. Не знаю, кто из вас хочет ответить на вопрос. I think here with formative assessment we said that it's more about feedback and providing useful feedback, but I think you also had a solution for grading. Формативное обучение. И какие есть еще ресурсы, кроме WhatsApp, которыми вы пользовались? Пожалуйста. Or Gerda, Юлин. Gerda, Флория, пожалуйста. И потом мы перейдем к следующей презентации. Спасибо. Я очень коротко расскажу, поскольку Флориан не говорит на английском, я отвечу, и мы таким образом не потеряем время на последовательный перевод. Первый вопрос очень важный. Касается он оценок. Оценок, потому что оценки, естественно, по закону мы должны выставлять. Но когда мы говорим о вот этом промежуточном оценивании, это очень-очень важно, потому что студенты должны понимать, что происходит, и мы должны давать им возможность улучшить свои результаты. Иначе вслепую они пойдут к плохим результатам, без возможности что-то изменить. Плюс я считаю, что вот это промежуточное оценивание позволяет нам лучше, как скажем, мотивировать студентов. Они, особенно те, кто новые в этом процессе, они могут изменить свой профиль, и мы понимаем, как адаптировать те или иные процессы обучения, те или иные методы под текущую ситуацию, например, сложившуюся в классе. И, естественно, они получают в конце оценку, но вот эта промежуточная оценка — это не просто оценка ради того, чтобы поставить им какую-то цифру, а именно для того, чтобы сформировать новое мышление о том, что это культура новая, что вы можете все изменить, что это динамический процесс. И чтобы люди были готовы к отзывам уже, когда они продолжают потом свою карьеру. Я считаю, это очень важно, но при этом мы не хотим отказываться от оценок, потому что оценки все-таки это тоже какая-то конкретика, это некий стандарт, это некий критерий, но вот такой наш подход, что это очень важно. Вопрос был относительно платформ, которыми мы пользуемся. Мы в проекте пользуемся нашей платформой Musovet. Это и Moodle, также мы пользуемся Moodle.
Туда наши студенты грузили свои домашние работы, и мы загружали разные документы, информацию, ресурсы. То есть такое облако, и мы пользуемся Synchronious и такими платформами, как Zoom. Ну, то есть мы и до пандемии пользовались некоторыми из этих платформ, но вот сейчас стали очень активно пользоваться, естественно. Вот, в том, что касается платформ, наверное, все. Ну, и еще раз хотелось бы сказать, что важно поддерживать креативность, важно поддерживать творчество. Мне кажется, мы должны стимулировать креативность, в том числе в материалах, которыми наши студенты пользуются и в их домашних заданиях, в их домашних проектах. Мы можем проводить, например, какие-то семинары, они создают, например, какую-то рекламу на заданную тему, создают дизайн какого-то бренда и чувствуют себя, как если бы они были уже на работе. То есть вот такой подход мы пользуем, и нам кажется, это очень эффективный подход, стимулирующий творчество, стимулирующий воображение и очень здорово мотивирующий наших учеников. Спасибо, спасибо, очень интересно. Спасибо за полный ответ. Ну что ж, я бы хотела задать Серхио один вопрос, и затем мы посмотрим следующий кейс. Серхио. Вопрос такой, что вы имеете в виду, когда говорите «командная работа», и было бы интересно послушать, как студенты работают вместе в Slack, там, где вот они загружаются, и как вот эта групповая работа устроена в Slack, и как студенты друг другу помогают. Серхио, пожалуйста. Здравствуйте. Ну что ж, мы работаем на этом проекте в таком командном подходе. Мы симулируем такую среду, как если бы они были в компании, в IT-компании. Ну, вы знаете, что в IT-компаниях создаются такие рабочие группы, команды, и они работают над проектами. Я работала в прошлом в IT-компании, и я пытаюсь воспроизвести им эту атмосферу. Поэтому я разбиваю их на группы, и мы симулируем вот такие сценарии, то есть как мы можем делать. Slack — это наш такой совместный инструмент для работы. В Slack они создают каналы. Это как если бы вы открыли сейчас WhatsApp и создали группу, но Slack — это намного более профессиональный инструмент. Они создают свои каналы, которые соотносятся с их задачами. Например, испытания приложения, дизайн приложения, разработка. То есть каждая задача, она присвоена отдельному каналу. И в каждом канале работают несколько студентов. И они самостоятельно решают, что они делают, они самостоятельно распределяют вот этот объем работы. Кроме того, в Slack они обмениваются документами и новостями, потому что Slack подключен к Trello, и в Trello появляются все новости касательно, например, загрузки кода, что кто-то там прописал новый код. И всякий раз, когда есть изменения в коде, в Trello отражается эта информация, а в Slack они идут и смотрят уже конкретику, то есть что было изменено. Эти инструменты, в общем-то, очень продуктивны, потому что они пользуются популярностью в IT-компаниях, и сейчас, благодаря вот применению этих платформ, мы их приучаем к этой новой среде. И в данный момент из-за пандемии, например, мы, в общем-то, очень здорово работали, ничего не изменилось для нас, потому что студенты уже приучены к этим удаленным инструментам, и они уже приучены к этой командной работе. Единственная проблема — это когда вот мы загружаем код, один и тот же файл кода. То есть два человека работают над кодом, и им необходимо объединить два файла, сделать это слияние. Вначале у нас были сложности вот с этим слиянием, но потом, когда пару раз мы эту процедуру проделали, они научились, и это было очень-очень эффективно. Для преподавателя это тоже очень удобный метод, потому что я вижу все обновления, я вижу всю работу, у меня есть общая картинка. У меня все. Спасибо, Серхио. Я думаю, что
выбрали очень аутентичный подход, вы создаете аутентичную атмосферу, и это помогает и студентам, и вам, потому что вы можете следить за их прогрессом. Спасибо огромное за ваш ответ. Ну, мы сейчас слушаем следующий кейс. Это, так скажем, не последний, но не последний, не менее важный кейс, пример из Туниса. И мы поговорим о ключевых компетенциях, о навыках. Очень интересно. Вопрос такой уже даже был в начале презентации Дженнет. Этот пример является частью проекта ЕФО, потому что мы нацелены на продвижение предпринимательства в Тунисе с 2015 года. И ключевые навыки, как мы их оцениваем, как раз показаны в этом проекте. И в этом проекте рассматривается момент этого оценивания. Найла Баркати, Тунис и Жиен Амэ. Они расскажут детально об их инструменте. И Алистер будет проводить интервью. Vous êtes toutes les deux prêtes à partir. Добрый день. Все готовы? Дам сначала слово Нажле. У меня будет вопрос и вам, Жиан. Итак, начнем с первого вопроса. Вопрос вам, Нажла. Итак, мы будем говорить о самооценивании. Это важно, особенно вот в контексте обучения духу предпринимательности. Какой была цель этого проекта и какова роль самооценивания в нем? Спасибо за вопрос. Прежде всего, хотела бы остановиться на том, что такое предпринимательский дух. Да, на самом деле, это образ мыслей и действий. Предпринимательский дух предусматривает возможности идти на риск, думать за рамками и постоянно заниматься повышением квалификации. И в Тунисе у нас стоит задача продвигать предпринимательский дух вот по всем направлениям, в университетах, в учебных центрах. И цель данного проекта, который был реализован при поддержке Министерства профессионального обучения и Министерства образования. Вот давно мы уже, у нас инвестируют в подобные образовательные центры, у них разные программы. И вот вопрос оценки стал очень остро во время реализации различных проектов в области предпринимательства. И на протяжении долгого времени оценка проводилась в нашем центре технического обучения. И поэтому мы хотим продолжать подобный проект, вовлекать новых стажеров в ближайшие годы. В этом проекте, вот мы понимаем цель вашего проекта, но роль самооценивания, самооценки в этом проекте какая? Итак, самооценивание — это оценивание того, насколько усвоены навыки во время обучения. Поэтому очень важно передать учащемуся навыки, но еще важнее оценить их, понять, насколько они были реально усвоенными. В этом роль самооценки. Спасибо. Можете ли вы нам рассказать, как этап за этапом проходит самооценивание? В этом эксперименте участвовали 20 учащихся от 20 до 25 лет и три этапа. Первый этап — это презентация предпринимательских навыков. 15 навыков в европейских стандартах. Далее, второй этап — учащиеся могли оценить свои предпринимательские навыки при помощи смайликов. То есть была вот сетка 15 навыков, и учащийся должен был себе поставить оценку по каждому из этих навыков при помощи смайликов.
Ну, то есть, если такой улыбающийся смайлик, это означает, что вот у меня есть этот навык. Второй уровень — такой скептический смайлик, не знаю. И третий уровень — у меня этого навыка нет. То есть три уровня для самооценки. Третий этап — это обратная связь и беседа с этим учащимся для того, чтобы помочь ему в самооценивании. Преподаватель был здесь своего рода модератором для того, чтобы учащиеся могли высказаться более свободно и для того, чтобы они более осознанно подошли к своей оценке и оценке своих коллег. То есть эти преподаватели таким образом на основании собственного опыта как-то направляют студентов. И благодаря такому подходу мы можем лучше оцифровать их прогресс и понять, насколько адекватно себя оценивают учащиеся. Очень интересная была дискуссия, очень конструктивная дискуссия. Например, кто-то мог себе поставить 3, значит, что у меня нет этого навыка. И во время разговора его товарищи по классу говорили: нет, вот можно на основании того-то и того-то заключить, что такой опыт у тебя есть, поэтому оценку ты себе поставил неправильную. Мы поставим совершенно противоположную оценку. То есть подобные дискуссии были очень обогащающие. Спасибо. Спасибо большое за ваш подробный ответ. И на самом деле это помогает как-то прочувствовать то, чем вы занимаетесь. Спасибо. Жиан, как вам понравилось пользоваться этим инструментом? Чему вы научились? Я с радостью участвовал в этом проекте. Это позволило лучше узнать о моих собственных навыках. Мне понравился сам опыт использования инструмента, потому что раньше говорили, что важнее всего это получить какие-то навыки, а сейчас я смогла посмотреть на это под другим углом, посмотреть, как оценивается владение навыками. И мне это позволило более адекватно взглянуть на себя. И я рискнула, нырнула в эту новую область. И после того, как получила диплом контроля качества в сельском хозяйстве, я сейчас работаю уже в консалтинговом агентстве, и мы проводим статистические опросы и маркетинговые исследования. То есть все это для меня новые отрасли. И я думаю, что мы, как учащиеся, очень много смогли получить для повышения самооценки, для того, чтобы лучше пользоваться этими навыками в будущем. И я уверена, что настоящий профессионал, для него важны не только какие-то академические навыки, конечно, это очень важно, но очень важно, чтобы вы могли извлечь все для того, чтобы мои навыки были востребованы. То, чему я научился. Большое спасибо. Спасибо, большое спасибо. До свидания. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Большое спасибо. Нет звука у Юлин. Юлин говорит без звука. Переводчики не слышат модератора. Включите, пожалуйста, микрофон. Так, теперь меня слышно. Спасибо. Спасибо. Очень интересный пример. Я видела, что в чате и в YouTube
активно комментируют, задают вопросы. Очень такой творческий, креативный подход. Многие хотят сами использовать подобные проекты. Важно не только самооценивание, важно получать обратную связь. Вот это вот, мне кажется, очень интересно. И не преподаватели должны даже этот обратную связь, фидбэк давать. Преподаватели должны создавать такую... Вся эта информация есть на нашем Open Space, в общем пространстве, и потом мы дадим ссылку на чат. Вопрос поступил. Мы знаем, что учащиеся разные. А как вы работаете с более слабыми учащимися, с теми, у кого есть проблемы? Вы можете рассказать подробно, вот как подобный подход подходит для учащихся разных уровней? Нежла, вы с нами? Да, я с вами. Большое спасибо за вашу обратную связь. Нам очень приятно об этом узнать. И я хочу поблагодарить тоже всех участвующих представителей НИСа здесь. Что касается учащихся с разными уровнями, с самого начала преподаватель подчеркивает, что обучение — это процесс, в том, что касается предпринимательских навыков. Это путь, и каждый этот путь должен пройти в своем темпе. Но очень важно, чтобы оценка происходила регулярно, самооценивание происходило регулярно. И, конечно, важно регулярно учитывать обратную связь от коллег и от преподавателей. И вот с самого начала, когда правила объяснены, даже те, у кого мало навыков, без проблем делятся своими взглядами. Спасибо. Спасибо, Нежла, за ваш ответ. Очень интересно. Итак, мы приближаемся к концу нашего вебинара. И вопросов у нас много, но времени, наверное, не хватит на все их ответить. И все материалы будут на общем пространстве. Сейчас я опять покажу презентацию. Да. And we will skip this part for now. Эту часть пока мы пропустим, поскольку дискуссия у нас была очень хорошая. И сегодня мы увидели, как используются различные возможности для оценивания в разных контекстах. И преподаватели очень важны, их роль очень важна. Они готовят этот контекст, но не всегда преподаватель дает обратную связь. Иногда мы используем программы, например, симуляторы. И иногда можно постоянно получать обратную связь, вот как в Испании, в Албании. И очень интересный был пример из Туниса. На следующих вебинарах мы будем обсуждать различные варианты оценки. Вот саммативную оценку, формативную оценку, как это лучше организовать. И также мы вспомним о том вебинаре, который в мае прошлого года был проведен. Надеюсь, что мы сможем использовать ваш опыт
сможем лучше подготовиться к саммативной оценке в будущем. Очень в хорошем интерактивном режиме мы работали, не на все вопросы смогли ответить, но мы постараемся организовать какие-нибудь новые онлайн-мероприятия. Поэтому, если вы заинтересованы, пожалуйста, спешите в чат и сообщайте, какие темы вам интересны. Мы знаем, что эти вебинары очень насыщены, много примеров, но время часто ограничено. Мы хотим проводить больше мероприятий в каком-то ограниченном кругу людей, чтобы мы могли обсуждать друг с другом, что такое оценка, что такое вот формативная оценка, как ее лучше организовать. Также в этом году мы подготовим официальный документ. И хочу поблагодарить всех, кто сегодня поделился с нами собственным опытом, своими примерами. Спасибо всем, кто остался с нами до конца вебинара. Большое спасибо за то, что вы поделились своими идеями. И прежде чем мы разойдемся, последний вопрос. Мы в чат сейчас ссылку скопируем, небольшой опрос, там буквально 6 ответов, пожалуйста, ответьте на них. Это поможет нам в подготовке следующего вебинара. Ваша обратная связь нам очень важна. На этом у меня все. Хочу пожелать вам всем хорошего дня и до следующего вебинара. И, пожалуйста, не теряйте связь с нами, заходите на Open Space ETF, там все материалы выкладываются. Большое спасибо.